Смотрите, в компании Faberlic более 5 миллионов потребителей из 42 стран мира. Компания Faberlic 20 лет доверяют, вот именно эти люди 20 лет доверяют компании Faberlic. В этом году осенью компании Faberlic исполнится 20 лет. То есть, по сути, мы еще очень молодая компания, которая будет развиваться в перспективе. И то, знаете как, если сейчас шагает такими семимильными шагами, и сегодня я буквально в интернете выкладывала информацию и для вас выложила в скайп-чате, что именно в Иваново запускается производство от компании Faberlic по пошиву одежды и планируется по производству обуви. И это шикарнейший момент как для самой компании, так и для нас. А еще это шикарный момент именно в области Иваново, потому что это более 1 миллиарда рублей будет инвестировано в это. Соответственно, даже те люди, которые еще не в МЛМ, они будут просто более 1200 рабочих мест для людей, которые смогут работать на этом заводе и шить одежду для консультантов и для клиентов компании Faberlic. Поэтому, коллеги, есть еще такая возможность, показатель, что действительно мы продуктивно развиваемся, что наша компания скоро достигнет еще более высоких и шикарных результатов. И почему именно необходимо приходить к нам? Смотрите еще какой момент. Вчера тоже Дарья давала этот слайд, что Faberlic — это готовое решение для жизни современной семьи. Что это значит? Вот сейчас очень много информации и возможностей для потребителей через интернет. То есть очень много людей приходит просто пользоваться продуктом, потому что уже сейчас более 1100 товаров в каждом каталоге. И эта цифра будет увеличиваться, причем на разный любой вкус: и одежды, и уход за кожей, и макияж, и аксессуары, и колготки, и зубные пасты, и товары для здоровья, и многое-многое-многое другое. И поэтому вы можете приглашать как потребителей в свои структуры и говорить, что у них есть возможность просто пользоваться со скидкой по дисконту. Точно так же вы можете приглашать и людей, которые будут приглашать потребителей. Никто, никому это не возбраняется. Компания рада каждому человеку, который придет в ваши структуры и готовы платить вам очень высокие доходы. Об этом нужно говорить. Компания Faberlic – это прямые продажи, это сетевой маркетинг, это MLM-индустрия. И помните, я вам говорила, что ценовая политика, она более низкая. Почему? И именно в компании Faberlic. Потому что производство у нас в самой компании. То есть мы производим продукт, и за счет этого снижается стоимость самого продукта. Потому что если бы для нас производил кто-то продукцию, то, естественно, набрасывалась бы стоимость на покупку, на разницу. А тут из-за того, что компания Faberlic мало того, что отвечает за качество, но еще и отвечает за производство. И многие задавали вопрос, почему стоимость одежды, например, разница на одежду и на колготки, и на обувь ниже, чем на косметику, потому что пошив происходит за рубежом, в Китае и в других странах. И вот сейчас очень удобный момент от того, что сейчас будет производиться в России. Я думаю, что за счет этого стоимость и разница с продаж этого продукта, стоимость продаж увеличится, а стоимость, я думаю, может даже уменьшиться. Поэтому, ну, это, конечно, время. Но в любом случае наше производство, что мы производим свой товар, а потом из производства это идет консультантам, а потом клиентам, это происходит, что стоимость нашего продукта Faberlic настолько смешная, настолько уникальная, в отличие от многих других MLM-компаний. Поэтому, когда вы будете рассказывать людям об MLM-индустрии, рассказывайте о нашей компании, чем мы отличаемся от многих других, что цена у нас просто смешная. Точно так же
Любителям выгодных покупок это вот есть такая возможность, скидка 26% от цен каталога, это от определенного, ну как, количества закупки. Но здесь дополнительно к этому человек мало того, что пользуется, он еще и получает, участвует в акциях как стартовая программа, как накопительная программа, как VIP-программа. Об этом говорили очень много. Это есть красочные слайды, я о них не буду сейчас говорить, я просто вам напомнила об этом, хотя, конечно, бы хотелось бы рассказать, но я боюсь, что просто я тогда займу очень много времени. Мы об этом говорим часто, и вы можете эту информацию взять и рассказать людям, потому что именно эти уникальные акции от компании существует именно Faberlic. Не во всех MLM-компаниях есть они. Или они не такого масштаба, как у нас. Изучите их, обязательно говорите. Это, вот я могу только выгоды, например, показать вам. Выгоды при покупке на 2000 рублей. Если человек, например, приобретает себе, то он выгоду получает 400 рублей за подарок. Ну вот смотрите, 1600 рублей – это получается оплата за товар. Он продает на 2000 рублей и получает 400 рублей прибыли. И это прекрасный момент. Если вы… вот неправильно сказала, при продаже 400 рублей получается 1600. Стартовая программа для новичков, она дает подарок бесплатно при покупке на 2000. Вот здесь вот получается парфюм, другие акции, там другие подарки. То есть каждый человек может получить уникальнейшие возможности подарков. Точно так же и накопительная программа, там вообще бесплатно при покупке продукта каждый период регулярно. И общая выгода может составить каждого консультанта при покупке всего на 2000 рублей, выгода 2399 рублей. То есть гораздо больше, чем человек синвестировал. Об этом нужно говорить. Мы задавали этот вопрос Алексею Геннадьевичу Нечаеву, как так? Люди приходят, делают заказы. Вы избаловали уже новичков? Вы избаловали людей такими подарками? Мы понять не могли, зачем он это делает, а он сказал, ваша задача приглашать людей. И я действительно очень уважаю Алексея Геннадьевича Нечаева, потому что мало того, что он высокой души человек, но он еще очень грамотный и умный человек. И он сказал, ваша задача приглашать людей, а подарки дарю я, потому что я это люблю делать. И компания может себе позволить дарить такие подарки. Это действительно инвестиции на будущее. Мы дарим подарки людям, люди начинают пользоваться продуктом и понимают, куда они пришли и очень довольны. Поэтому мы будем это делать. Ваша задача только приглашать людей. И поэтому обязательно об этом тоже говорите. Точно так же компания Faberlic сделала уникальнейшую доставку, потому что стоимость доставки абсолютно не очень высока. И можно получать как на агентском пункте, и это уникальный момент, не каждая компания может позволить, не каждая MLM, сетевая компания может позволить себе именно получение на агентских пунктах продукта, а у нас это есть практически в каждом городе, и в каждом городе по несколько. Точно так же это можно, пик-поинт, это вот постаматы в России, и также в Казахстане, я знаю, что, по-моему, в Украине открыли, это Почта России, 38 тысяч почтовых отделений по всей стране. Почта России делает доставку на ваш адрес в 27 крупнейших городах Российской Федерации, не везде пока, но пока пробуется. И это очень удобно, и просто оплачивать, и очень легко получать, и это выгодно каждому, как потребителю, точно так же тому, кто именно пришел строить бизнес. Поэтому рассказывайте об этих выгодах, и это именно MLM-индустрии, потому что не нужно ни ходить в какой магазин, вот здесь сел, заказал и получил. Точно так же компания действительно предлагает, рекомендует другим покупать, скидка 26% на товары ежедневного спроса для всей семьи, и получаете от 3 до 23% доход от покупок.
ваших консультантов, то есть совместных ваших покупок вместе с вашими консультантами. Причем каждый может это делать. И участвуйте в маркетинг-плане, получаете 6 видов дохода. Потому что видов дохода огромное количество. И об этом тоже нужно говорить. И именно только, знаете как, именно в MLM-индустрии это есть. Потому что на предприятии нету того, чтобы получать несколько видов дохода. Но нету этого. Может быть оклад, может быть 13-я зарплата и может быть премия, но не всегда. Может быть иногда процент с товарооборота, но это крайне редко бывает. В основном фиксирована заработная плата еще с вычетами. А здесь 6 видов дохода. И по маркетинг-плану, и по бонусам, и рост по квалификационной лестнице, и обязательно осмотрите ее, изучайте, и вы просто увидите, насколько это вообще здорово. И говорите людям, показывайте, какие виды дохода. Потому что только... Вы знаете как, если просто взять себе за цели пойти туда вверх, не важно, когда вы придете, важно идти туда. Потому что самая высокая квалификация – это генеральный партнер. И генеральный партнер только за эту квалификацию получает, только за нее получит квалификационный бонус 55 миллионов рублей только за эту квалификацию. А если собрать все бонусы вот эти? Поэтому нужно об этом говорить людям. А если собрать, то вы видите, более 150 миллионов рублей вы можете получить во время своего роста. Почему нет? Точно так же в компании Faberlic есть директорские бонусы. И с первого уровня вы получаете 5%, со второго уровня вы получаете 1%, с третьего уровня директоров вы получаете 0,50%, с четвертого 0,25%, с пятого 0,13%, с шестого... не вижу, сейчас секундочку увеличу, побольше сделаю. Сейчас, коллеги, чуть-чуть увеличу, подвинуть надо. Ай-яй-яй, не видно. 8-го 0,69% и 7-го 0,39%. Но в любом случае это директорские бонусы. Когда у вас вырастают директора, вы можете хоть в глубину, хоть в ширину просто двигаться, и тогда вы будете получать директорские бонусы. И это прекрасный доход. Точно так же быстрый старт. И очень многие пришли. Важно подтвердить два раза подряд любые новые звания за 9 периодов с момента регистрации и удвоить ваш квалификационный бонус, то есть получить не один раз, а дважды по 55 тысяч рублей, или дважды по 110 тысяч рублей, или дважды по 165, или дважды по 55 миллионов рублей. Я, конечно, понимаю, что за 9 периодов невозможно так быстро вырасти, но в любом случае, а почему бы нет? То есть у каждого есть возможность вот до 2 апреля продлена эта акция от компании, и у вас еще есть возможность пригласить людей не просто в уникальную MLM-индустрию, но еще и в компанию Faberlic, а еще и в нашу команду, и рассказать им об этих преимуществах. Также бонус стабильности выплачивает компания за каждые 8 периодов. То есть, если каждый 2 раза в год за директора 5050 рублей, старший директор получает 8250 рублей, серебряный 11 тысяч, золотой директор 16500, рубиновый и выше получает 22 тысячи рублей в год. То есть... разделите на 2, но в год вы получаете вот такой бонус. У меня, например, случилось, что я сделала три квалификации в год, и 2 я подтвердила, соответственно, у меня получился где-то частичный бонус, потому что я еще только получила за старшего директора, а уже пришел бонус стабильности за старшего директора. И это тоже возможно. То есть есть и такие варианты. Точно так же есть бонус
бонус развития. Это вообще шикарнейший момент, о чем нужно говорить. Выплачиваются бриллиантовым директорам и выше. Что такое бриллиантовый директор? Многие говорят, ой, тяжело. Это всего 6 директоров вашей первой линии. Всего 6 директоров, которые сделают от 3000 баллов. И тогда, как только вы сделаете квалификацию бриллиантового директора, 8 периодов или подряд, или в течение года вы подтверждаете этот статус, то есть вы квалифицируетесь и подтверждаете квалификацию бриллианта, то начиная с этого момента все ваши директора, которых вы будете выращивать в своей структуре, которым вы будете помогать расти и которые будут получать бонусы так же, как вы квалификационный, вы с этих квалификационных бонусов будете иметь 30%, точнее, у людей не будут забирать. Люди ваши директора будут получать от компании. Но компания будет вам платить 30% с каждого бонуса вновь выросшего директора. То есть представляете ситуацию. Вы вырастили директора, например, серебряного. Он получил 110 тысяч бонус, а вам 30% заплатили с этих 110 тысяч. Вырастили вы золотого директора, он получил 165 тысяч за то, что он вырос и сделал эту квалификацию, а вы получите от компании 30% от 165 тысяч и так далее. То есть вот это квалификационный бонус, он выплачивается один раз в год, но он накапливается в течение года. Это обычно подводится итог в 11 периоде, в 12-м нужно подтвердить, а в 13-м вы получаете кругленькую сумму, если вы помогли новым людям выйти на квалификации директоров и выше. То есть вы помните, я вам говорила, что наставник кровно заинтересован в том, чтобы вы росли. Вы будете кровно заинтересованы в том, чтобы ваши люди росли. Потому что когда растут ваши люди, они получают доходы, они получают вот эти признания. И тогда, понимаете как, вот я называю MLM-индустрию честным бизнесом. Знаете почему? Потому что здесь не нужно врать и изворачиваться. Я действительно радуюсь на самом деле, когда кто-то начинает расти и достигать результатов. У меня такое счастье. Но у меня счастье не потому, что я получу больше. У меня счастье, потому что я на самом деле понимаю, что еще частица меня или моего труда вложена еще в одного человека, который достиг вот этого результата. И знаете, вы не представляете, когда Дарья Титова открыла директора, первый мой директор, который открыла квалификацию, я плакала от счастья, я прям рыдала, я не могла остановиться. У меня слезы радости были неимоверны. Вы просто, когда почувствуете это, когда ваши люди стоят на сцене, когда их поздравляет компания, вручает им эти бонусы, когда люди получают высокие доходы, улучшают состояние жизни своей семьи, своего мужа, своих детей, своих мам, покупают новые машины, покупают новые украшения, могут съездить в любую страну, когда ваши люди могут позволить себе больше, чем они могли хотя бы когда-то позволить в этой жизни, вы не представляете, какое это неимоверное ощущение. И поэтому, вот когда вам говорят, что ваш наставник кровно заинтересован в вашем росте, это на самом деле так. Почему выплаты не после 18-го периода, а после 13-го? Есть такой момент, потому что компания именно в 12-м периоде, когда 12-й период, вот в 13-м обычно это день рождения компании. 12-13 период – это день рождения компании. И у компании идет именно год, вот как с их дня рождения, как они запустились. Поэтому вот как раз и идет годовщина. Да, все правильно, Любовь, правильно. Да. Вот из-за этого. Там вот конкретно идет фиксация именно по квалификации бриллиантов, бриллиантовых структур. Все остальное идет у вас с момента вашей регистрации и как вы двигались. Поэтому это удивительный шанс, удивительная возможность, когда ваши люди становятся еще успешнее и еще сильнее. Но точно так же в компании Faberlic есть еще шикарный бонус. Это бонус материнства и усыновления.
и огромное количество молодых женщин и немолодых тоже, которые становятся директорами или достигают 1500 баллов вице-директорства, и после этого рождают ребеночка, они получают 1500 рублей каждый период. Каждый расчетный период, а сейчас у нас их 19, они получают бонус материнства, помимо дохода, помимо объемной скидки, помимо бонусов, они получают еще и этот бонус. А если у него, у этого человека двое или более детей, например, до того, как он стал директором или вице-директором, у него были детки, и он родил после достижения еще одного ребеночка, то он получает двое и более детей, получает каждый период 19 раз в году по 3000 рублей плюсом вот этот бонус ко всем остальным выплатам. И смотрите, это шикарный момент, но в определенный момент компания приняла решение непросто, понимая, что есть такие родители, которые не могут, например, или родить ребеночка, или действительно настолько любят детей, что и помимо своих рожденных решили усыновить детей, поэтому даже за усыновление будет точно так же. Точно так же, если это первый ребенок, то это 1500 рублей 19 раз в году. А если это, например, второй или более двух детей, это 3000 рублей 19 раз в году. И я считаю, что это шикарнейший бонус, и его нет ни в одной сетевой компании. Я об этом не слышала ни у кого, а у нас это есть. Точно так же это путешествие за счет компании. Это с квалификацией, конечно же, золотого директора. Это участие в акциях для бизнеса, это обычно поездка, вот день рождения исполнилось компании и происходит поездка. В этом году компания везет нас в Доминикану, Доминиканскую республику, всегда это поездки очень дорогие. Откуда мы знаем, что это дорогие, потому что были ситуации, когда, например, жена выполнила условия, но решила пригласить мужа с собой, и когда озвучили мужу стоимость этой поездки, то муж сказал: «Упс, я не смогу поехать в такую поездку», потому что эти вообще обычно такие поездки более 100, 140, 150 тысяч рублей. И компания действительно инвестирует такие деньги в людей, которые достигли вот таких результатов, золота и более. Поэтому и поставлено именно условие. Обычно нужно до пятого периода открыть квалификацию золотого директора или более. Для драгоценных это будут немножко другие условия. Обязательно подтвердить к 11 периоду, это как раз перед днем рождения компании. Обязательно в 12 подтвердить еще раз, чтобы компания видела вот эту регулярность. И тогда компания дарит эту поездку. Так вот, коллеги, я вот еду в такую поездку в этом году, я еду в Доминикану, и поэтому уже мы подтвердили квалификацию золота и уже даже большую квалификацию. Вот в этот раз еду я, поэтому очень хотелось бы с большой командой поехать в такие поездки, потому что они просто уникальные. Да, мои дорогие, я верю в то, что каждый из нас сможет поехать, но еще у нас есть одна задумка, но мы об этом будем говорить не сегодня, по поводу поездки и отдыха в следующем году. Это такая замануха вам, но мы об этом скажем на структурном собрании. Мы хотим объявить вам промоушен, путешествие вместе с нами. Не в Доминикану, а в другую страну. Ну и точно так же это, знаете как, это уникальнейшие признания от компании Faberlic на сцене, на мероприятиях, эти подарки, эти фотографии и очень-очень много, знаете как, вот этого внутреннего состояния, когда я в этот раз на сцене стояла и в прошлом году и получала бонус за серебряного директора, чек получала и значок получала, вручение тут значка происходит, я получила из белого золота значок за серебро, у меня аж даже из рук вывалилось
свалился, уронила этот чек, потому что руки тряслись. Это действительно, когда сам стоишь на сцене, вот это незабываемое ощущение. Я хочу, чтобы каждый из вас испытал эти ощущения. Потому что, ну подумаешь, сцена, ну подумаешь, стоишь там. Вы просто не представляете, когда вас поздравляют, что с тобой происходит. Те, кто стоял на сцене, кого поздравляли, это просто уникально. Когда вы стоите просто на сцене, это действительно незабываемо. Когда вы стоите на сцене от компании, а в этом году будет юбилейный год, и я даже не представляю, я даже боюсь представить, что компания предоставит в этот раз, и напротив вас вы идете по этой сцене, и когда вас поздравляют, вам аплодируют, а вы идете, и Алексей Геннадьевич Нечаев смотрит в ваши глаза, вы один идете, он вам аплодирует лично. Это незабываемое ощущение, я вам серьезно говорю. А уже начиная с квалификации золота, вручается значок, это белое золото, высочайшие пробы, но уже там маленький бриллиантик встроен, и чем выше квалификация, добавляется еще бриллиантик. То есть ваш значок не меняют. Вам на каждую квалификацию дарят значок из белого золота. То есть... Я хочу набрать коллекцию этих значков по каждой квалификации и какое-нибудь красивейшее украшение из этих значков сделать на своем парадном костюме. Ну, вот это аплодисменты, и вот я вам рассказала те ощущения, которые незабываемы. Поэтому, а когда ваши люди стоят на сцене, это просто незабываемо. Поэтому очень хотелось бы уже поехать в Москву на мероприятие с вами, уже туда приезжают только со статуса квалификации директора. И это ежедневные помощники, это современный сайт компании, он действительно постоянно улучшается. Точно так же от нашей структуры, наш сайт обучающий. Это программы и акции от компании, о которых я вам говорила. Это онлайн-обучение и от компании, и от нашей команды. И действительно, вы получаете в большом масштабе, кстати, вы получаете больше, чем многие другие, потому что у многих нету такого ресурса, который есть у нашей команды. Это персональные интернет-магазины, это и именно от компании Faberlic, и не у каждого MLM-компании есть такой ресурс. И это отчеты и актуальная информация, она постоянно видоизменяется. И действительно, если грамотно и правильно учиться работать с отчетами, вы всегда будете в тренде, вы всегда будете понимать, что происходит в вашей структуре, в вашей команде или лично у вас, в ваших личных объемах. Поэтому это уникальнейшая возможность, предоставленная от компании Faberlic и от нашего ресурса нашей команды. Ну и это также развивать свой бизнес в 42 странах мира. Вчера Дарья вам показывала флаги, а сегодня я вам показываю, где у нас вообще Евросоюз, 28 стран. Представляете, Евросоюз, это вот поставки идут из определенного места. Из определенной страны могут доставить туда продукцию. Россия, а вот ближайшее зарубежье, это Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Грузия, Монголия, Молдова, Марокко. Недавно открыли Турцию, причем осознанно. Недавно открыли Польшу, причем осознанно. Знаю точно, что будет увеличиваться это количество стран. И у каждого из вас есть уникальный шанс действительно не просто стать миллионером в MLM-индустрии, но стать гораздо быстрее вместе с компанией Faberlic. Поэтому рассказывайте людям, рассказывайте не просто эмоции, а рассказывайте факты, рассказывайте то, что есть у нас и то, что есть в MLM-индустрии. Делайте это сравнение на, знаете как, на линейном бизнесе, делайте это сравнение на простых предприятиях или крупных предприятиях, что происходит там и что происходит в MLM-индустрии. Говорите на простом языке, говорите фактами, говорите доходами, задавайте просто вопросы людям, тем, могут ли они стать директором, могут ли они добиться и достичь результатов, могут ли они получать за месяц более 100 и более 1000 рублей. Это я только вам чуть-чуть сказала, потому что на самом деле эта цифра может быть намного выше. Но для некоторых людей аж страшно становится, которые получают, например, есть средняя зарплата 12-15 тысяч, до сих пор она есть средняя зарплата.
Но 12 часов нужно отработать. Есть средняя зарплата 20, 25, 30 тысяч. И когда человеку говорит, что есть возможность зарабатывать 100, 200, 300, 400, 500 тысяч в месяц, а за год стать не просто миллионером, а стать мультимиллионером и каждый год увеличивать свои миллионы, люди, многие действительно задумываются. Но сегодня я вам рассказала очень много факторов, которые есть в MLM-индустрии, помимо только доходов. Поэтому очень важно знать эту историю, знать эти факты. И очень важно, если каждый из вас возьмет любую книгу, их огромное количество, благо огромное количество, именно ту книгу, в которой вы прочтете про MLM-индустрию. И тогда, возможно, как у меня в самом начале, у вас появится вера и надежда и понимание, что такое MLM-бизнес, и насколько он действительно безграничен, и насколько он действительно может дать вам очень многое.